Кем бы ты ни был, где бы ни находился, сколько бы тебе ни было лет, утром 1 сентября каждого года тебя охватывает волнение и легкая грусть. Вчера мы сами сидели за партами. Сегодня наши дети делают свои первые шажки к знаниям. А завтра пусть у этих малышей будет такая же завидная судьба, как и у их родителей, первостроителей Камского гиганта.